В Курском цирке на днях исчез манеж. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Здесь в предстоящие выходные стартует шоу «Аттракцион на воде». Поэтому манеж трансформировался в бассейн. Программа называется «Цирк на воде». Собственно, это наше старое первое название. И мы решили его закрепить никак более не меняя ни на что. Куряне, которые посетят цирк, увидят интереснейшую программу с оригинальными спецэффектами, фееричными и потрясающими каскадами фонтанов, шикарными костюмами. Уникальное зрелище заденет за живое каждого зрителя. Конечно же, любая цирковая программа – это в первую очередь интересные номера. И в этом шоу они подобраны со вкусом. Свое мастерство продемонстрируют гимнасты, эквилибристы, жонглеры. Выступать перед курянами будут и профессиональные синхронистки. Именно они, мастера спорта международного класса по синхронному плаванию, создадут настоящее сказочное царство, наполненное мифическими существами. Ну и, конечно же, свое мастерство покажут дрессировщики, чего стоит одно лишь сражение с питоном, происходящее прямо в бассейне. Но это еще не все. Укротитель Александр Шаповалов привез в Курск еще и крокодила. Кровожадный крокодил – романтичный этюд с белыми голубями, украшение огня. Все номера оригинальные и разноплановые. С самого начала преследовалась цель не делать тематического спектакля, дабы не потерять какой-то сегмент наших зрителей. И чтобы и взрослым, и детям было что посмотреть, было интересно одинаково. Юным курянам наверняка понравятся морские львы Софи и Боб. Эти животные – опытные артисты, они выступают в цирке уже более 10 лет. Я им стараюсь не мешать, они все делают сами, то есть они все умеют, все знают, просто нужно там похваливать их, там, рассказывать и настраивать, ну, то, чтобы они понимали, что они все делают правильно. Цирковые номера демонстрируются в режиме нон-стоп, что превращает представление в непрерывную феерию, которая завершится ярким аккордом. Мы ввели, то есть это наше новаторство, наше новшество, именно в этой программе внедрен уже большое количество стеклянного реквизита, и мы продолжаем развивать это направление. Это номера в основном работают в первом отделении, ну и во втором отделении вы видели финал со стеклянными ваннами, которые вмещают в себя 800 литров воды. Все это технически очень сложно показывать. Естественно, что новогоднее представление не обойдется без главного героя торжества – Деда Мороза. Мы интегрируем Деда Мороза, объединим его с нашей программой, будет интересно, увлекательно. Новая цирковая программа будет гостить в Курском цирке с 17 декабря по 15 января.